сердечно поздравляю всех вас с престольным праздником самого старинного, самого намоленного, древнего казачьего Покровского храма. Сегодня особый день для всех прихожан всех храмов, для всех жителей города Черкесска. Потому что сегодня особый день для самого главного нашего храма, который никогда не закрывался, который самый старинный, самый намоленный, где поколения жителей нашего города Черкесска молились и приходили к Богу и в радости, и в скорби, во все дни своей жизни. Между осенью и зимой дни ясные, сквозь глубины веков отчетливо вижу я, как во церкви Влахернской ликом прекрасная над людьми простирает свой плат неземной светлость Мария, над людьми простирает свой плат неземной светлость Мария. И живою водой наполняются души сухие, благосклонно глядит с небес премудрость София. Но вопрос возникает: так все-таки, кто ж мы такие, если молиться за человеков земных светлость Мария, если молиться за человеков земных светлость Мария? Потому и приятен цвет неба синего, что нам праздновать там свои дни рождения, и чтоб легче достичь берегов Отечества милого, осеняет землю покровом своим светлость Мария, осеняет землю покровом своим светлость Мария. Как же радостно и светло от осознания, нам не может ничем помешать злая стихия. И пока мы достойны еще покаяния, я прошу вас, держите свой плат неземной, светлость Мария. Я прошу вас, держите свой плат неземной, светлость Мария. Я прошу вас, держите свой плат неземной, светлость Мария.